Девочки, я уже готовлю тот заказ, что я вам говорила, сюрприз от мамы своим детям. Дети, которые только-только пришли с роддома, и мама хочет их поздравить и такой сделать вкусный подарочек. Это эгролы. Я их обжарила. Они хрустящие, такая у них корочка. Я их оставила, чтобы они подышали, чтобы они не вспотели. Если вспотеют, потом станут мокрые и не будет хрустящие. Соусы положила маме и папе. Вот здесь такая вкусняшка. А там в середине курица грудиная, такие китайская вермишель и овощи. Да, разные овощи. Капусты там чуть-чуть. Я думаю, что все будет хорошо. А это я уже начинаю собирать суши. Такой им сделаю подносик. Крышечкой накроем. Украсим, чтобы было все красивенько. Девочки, так спешила, что забыла, что у меня есть еще вот такое мыло красивенькое ручной работы с Essential Oils. И это мыло, что у меня сейчас, это с дерева, чайного дерева. Я как раз там заказывала для своей племянницы, и мне немножко осталось. Я очень рада, что я вспомнила, побежала домой. Взяла в своей коморке, там, где все такое прятаю, и нашла. И это мыльце, это мыло делает одна моя подруга, знакомая, здесь в этом городе живет.
Я не часто беру такие все ручные работы, там и лоушен, и мыло, и шампуни. Она все-таки красивую красоту делает, я вам как-нибудь сниму. И это я вспомнила вовремя. Не надо было далеко возвращаться, и я сейчас это подарю этой девочке, этой семье. Очень рада. Все, доезжаем уже. Еще чуть-чуть осталось. GPS показывает еще одна миля. И сейчас увидим наших новоиспеченных родителей. Очень рада, чтобы такой сделать сюрприз, порадовать. Это всегда приятно. Я очень рада, что меня выбрали в роли такой феи. Доброй феи. Это привилегия для меня. Если у вас будут еще какие-то идеи, давайте мне знать. Будем еще кого-то удивлять. Будем еще чей-то день делать лучше. Люблю делать сюрпризы. Немножко спешила, я как-то не подрасчитала с временем, как всегда. Я думала, еще мне время есть. Но и другие заказы делала, и уже, когда уже упаковывала подарочек, ну, не все так, как я продумала себе в голове, не все так получилось, но... Сделали заказ. Если у вас будет еще какие-то предложения, давайте мне So make sure they look fresh, because they look fresh.